O'zbekiston davlat konservatoriyasini yonida turibmiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Dilorom Omonullayeva bo'ladilar. Yana oxirini aytmadi, yana boshladi. Guldir-guldir keladi soylar oshib, guldir-guldir keladi soylar oshib, soylar oshib, soylar oshib, soylar oshib, soylar oshib, soylar oshib. Shu bo'ldi-dur, shu bo'ldi-dur. Mening sevgim, yoray, mening sevgim, joy, mening sevgim. Kimni kimni, kimni kimni? Xudo yaxshi bo'lsin. Oqshom bilan yo uyqum kelmay tulg'onaman Tuzingdagi bulutlar har xil bo'ladi Ko'zlarga ikki dunyo tor bo'ladi Kechkalini ko'rmagan yurtlar bir kun bir kaf tuprog'imga zor bo'ladi Самый лучший. Так. Ну, потом стоит, после них я поставлю вот эту девушку, с которой можно работать с ней. Что с курса? Что-то из нее выйдет, у нее данные есть. Так, Мамбу Хамза колледж Дыхханов Хана. Вот так можно сделать. Вот так вот. Все. Остальные, Фоминова, она неинтересная, она мне вообще неинтересная. Может быть, чистенько поет, но вообще не интересно. Она не притягивает к себе. Она такая. Нагрев надо.
Лея уже Ахмады, самый худший маму. Самый худший, вы на это. Он хочет петь, во-первых, у него полный рот золотых зубов. Уже был. Он должен уже без этого кит меду. Надо ему с зубов начинать, понимаете? Поэтому культура, эстетика должна быть. В первую очередь у артиста внешне, артисты принимают внешне, а потом уже идет голос, и песня, характер, манера, артистизм. Мне кажется, ему не надо вообще музыку слушать. Бриджи Урум, Бохар, а у вас будет, чем она будет играть? Она будет говорить, Бриджи Урум, как я говорю. У него голос такой, то есть у него, баритон. Баритон, поставленный голос у него. И он очень чисто, у него профессиональный голос, понимаете? Гуш Тайо, бұны масадан композитор алдыге барса, композитор пушы вазы берем, оригинал чыкады. Все, он может на профессиональную сцену выйти, вот этот парень. Вот он профессиональный парень. Вот это первое место у него. Кеге мам біле тұрады, мам біле, ну, более-менее біле. Бұя мен маммас мам бі боле, ну, харизмский. Это будет повтор этого Джахангира. Под него он работает. У него своего собственного имиджа, своего собственного я нету. Я вам не знаю, что это. Тоже я говорю. Ваше лицо должно быть. Вы не должны повторять Джахангира. Тогда у вас будет успех. Ну еще мне понравилась девочка Галилова. Вот я получила профессор за эти учебники, что получила. Масалян Фару Закиров, профессор Гулан Майдан. Люду Дусмановна. Минь. Профессор Гулан Майдан.